Представитель российского миротворческого контингента Иванов Александр 3 недели назад сделал первый компонент. Сегодня прибыл для того, чтобы поставить второй компонент, завершить курс ревакцинации. Чувствую себя хорошо, осложнений организма нет. В настоящий момент в российском миротворческом контингенте проводится плановая ревакцинация личного состава, а также комплекс мероприятий по недопущению и распространению новой коронавирусной инфекции в подразделениях личного состава, обработка рук, плановая термометрия и экспресс-тестирование ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. Перед прибытием в командировку личный состав прошел вакцинацию от COVID-19. Сейчас идет плановая ревакцинация спустя полгода также от COVID-19.